Еще 7 больных госпитализировано в городе Дагестанские Огни с острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения республики. Всего за период с 10 по 15 июля зарегистрировано 133 случая. Госпитализировано 52 человека, из них 39 детей. Сегодня в инфекционном стационаре находятся 23 больных, в том числе 15 детей. Специалистами Роспотребнадзора проводится работа по установлению причин возникновения вспышки. В городе введен режим гиперхлорирования воды.